Я думаю, что мы сегодня никого фактически не можем назвать сколько-нибудь духовным лидером российского еврейства. Нету таких людей. Люди, которые вот поднимали это русско-еврейское самосознание в 60-е, 70-е годы, многие попали в Израиль после долгих лет отказа, иным пришлось пережить лагеря и тюрьмы. Духовными лидерами российского еврейства из них не стал никто. С другой стороны, когда мы смотрим, что произошло в Израиле, мы видим русскую и еврейскую общину в Израиле. Община она или не община, второй вопрос. Но мы видим сотни тысяч людей, которых примерно половина из которых имеют общие политические предпочтения, голосуют за одну конкретную партию. Был когда-то безвременно ушедший замечательный человек, депутат Кнессета Юрий Штерн, который сам принадлежал к московским еврейским активистам, отказникам конца 70-х годов. Его нет. Среди тех, кто сегодня представляет русскую общину в партии «Наш дом Израиль», никто не вышел из этого числа активистов, отказников 70-х, 80-х. Это или люди, приехавшие в Израиль и сформировавшиеся как общественно-политические лидеры в Израиле, как Авигдор Либерман или Стас Мисежников, или люди, биографии которых скорее задают вопросы, как именно они стали лидерами и депутатами, чем позволяют эти биографии дать ответ. Но активисты-отказники, которые писали книги, статьи, помогали понять, люди старшего поколения, как Александр Воронель, или Виктор Брайловский, или Марк Асбель, люди помоложе, ну, сегодня тут никто не может быть помоложе, все-таки даже кому было тогда 30, сегодня наверняка уже за 60. Удивительным образом и для Израиля, и его русскоязычной общины, и для всего израильского общества как-то оказались не очень значимы. И вот эта претензия, которую и покойный Михаил Огурский, и Рафаэль Нудельман, и Милодимирская Цимельман описывали как советский неосионизм, в общем, в границах Советского Союза и остался. Как-то не обидно израильскому обществу, сколько бы мы ни слышали и не читали о духовном кризисе в израильском обществе, о кризисе сионизма, о необходимости поиска нового пути, мы этого, к сожалению, не увидели. Израильское общество, израильский общественно-политический истеблишмент оказался совершенно не заинтересован в этих людях и в их идеях. Кроме одной книжки Воронеля, которая была переведена на иврит и издана их же издательством 22 Москва Иерусалим, я ничего из этого не видел на иврите. Тот, кто занимался изучением этого процесса, Центр российского восточноевропейского еврейства, которым когда-то руководил профессор Эттингер, центр был разогнан, когда он был много лет спустя воссоздан на деньги одного из русских олигархов, тематика его работы стала совершенно другой. То есть мы видим фактически, что это наследие и этот опыт оказались мало кому нужны, как в России, так и в Израиле. И мне кажется, очень жаль, потому что это могло бы стать и связующей нитью между историей российского еврейства, первых волн миграции, первых волн ли, которые, собственно, и создавали государство Израиль. Не будем все-таки забывать, что когда Хаим Вейцман был первым президентом государства Израиль, его родную сестру арестовывали в Москве именно за факт родства с ним, и она сидела в тюрьме. Не будем забывать о том, что почти все основатели государства Израиль, они выходцы из Российской империи. И люди, которые начали сионистское движение в 60-е и 70-е годы, именно фактически продолжали эту же борьбу на другом историческом этапе. И на этом этапе они оказались совершенно не нужны тому обществу, которое, в общем, было создано их, если не прямыми дедушками, то уж наверняка бабушками, то уж наверняка двоюродными. Или соседями их бабушек и дедушек, которые чисто случайно оказались, или не очень случайно, но оказались в Палестине, в Эрец-Исраэль раньше их. Мне кажется, однако, что в целом эта тема, как возникла, и, в общем, как река Амударья, ушло в никуда. Советское неосионистское движение, как оно не смогло стать ни локомотивом развития израильской русскоязычной общины, ни локомотивом развития постсоветского еврейства в разных странах. Единственный, пожалуй, яркий пример представителя – это Иосиф Зисельс, один из лидеров еврейства Украины. Но кроме Иосифа Самойловича вспомнить в этой связи практически некого, кто бы был на плаву все эти годы и играл значимую роль. И уж тем более эти люди не сыграли значимой роли в определении повестки дня израильского общества. А те, кто стали в разное время депутатами Кнессета, будь то Натан Шаранский, Юлия Эдельштейн или Юрий Штерн, все стали это исключительно в русских общинных
партиях. Никакая израильская политическая сила не почувствовала, что будет замечательно для нее инкорпорировать этих достойных людей в своих рядах.